Всем привет, это Трибунал, и это будет пробное видео, такое как бы быстрый обзор обновления, скажем так, вот 11 числа у нас пришло обновление. Значит, одно из обновлений — это то, что добавили нам браслет и пояс. Я уже купил золотые, но пока, правда, они такие слабенькие. Также у них есть драконики, то есть, в принципе, они ничем не хуже. Вон есть драконики. Я рассматривать именно все драконики не буду, это будет быстрый обзор обновления. И также в них будут наборы, то есть можно еще набор в них доставить. Дальше что у нас? Эти браслеты можно обменивать. Вот NPS стоит. Смотрите, ну тут не показать, да? Ну, визуально смотрите где, потому что по-другому не увидите. Вот, и у него можно брать ящик преобразования, с него рандомно фиолетовый и выше браслет или пояс 90 уровня и вот 100 уровня за айтемы. Айтемы эти я пока не понял, где берутся, но я подозреваю, что в новом ивенте с драконами. Так, дальше что у нас? Изменили PvP-шное событие, нам добавили... Вот, прилив Хуаншеня, это межсерверное, так я понимаю, событие, то есть новая PvP-аренка межсерверная, и немножко по времени ее поменяли, не весь день, а среда, воскресенье с 11 до 6, 5 понедельник, четверг с 6 до 11:30, в принципе, немножко по времени урезали. Будет сама аренка, мы посмотрим, что там. Пока не скажу, в целом не знаю. Но я подозреваю, там я видел видео с Китая, но пока не буду ничего такого говорить. Новый план подъехал, я так понимаю, это с 95 уровня, если я не ошибаюсь. Я еще пока не принимал. Так. Ну, в принципе, там посмотреть можно. Ну, там немножко статов, немножко фрагментов. Такое по мелочам. Дальше то, что еще есть, это фонд подъехал, но я фонд предыдущий не выкупил, но сказали, что еще есть следующий фонд, последующий. Есть то, что я сразу заметил, небольшой баг, скажем так, в отряд охота уже одного человека не пускает, недостаточно. Даже если собрать группу, типа соло, оно все равно пишет, что недостаточно. Сколько человек нужно, я не знаю. Но, в принципе, придется идти теперь в пати. Хотя вот здесь вот до сих пор показывает, что команда из 1-5 человек. Но все равно не пускает одного человека. Дальше что у нас? Добавили косу рипера. Я не знаю, кстати, как он у нас будет называться. Сейчас я посмотрю, я еще не смотрел. Уже много кто переключился. Класс, я тоже переключусь. Может, даже видео сниму. Жнец 1,2 миллиона стоит переключение мне. Ну, в принципе, я тоже переключусь чуть позже и сниму видео по жнецу, по статам и по скиллам. Так, что еще из такого обновления? Добавили в событие действия над драконом. Вот, за актив где-то вот есть шанс за актив. Вот камень мудреца может выпасть, и эти камни мудреца нужно внести на базу и загружать в специальный автомат. И потом уже идет преобразование, и шанс вызвать там какой-то монстров, и там идет дальше именно сражение с монстрами. Там я подозреваю, что драконы, именно из них будет падать вот эти айтемы на пояс и тому подобное. Но это тоже нужно будет смотреть, как оно более точно. Вот. Так, в принципе, что еще? Что еще? Ну, такое основное, вроде как все, и я не знаю, больше такого ничего особого. Ну, добавили вот уже на будущее инсты 105, но пока еще рано о них говорить, то есть это реально еще рано. А, да, нет, еще есть одна такая фишечка. Значит, в карьере добавили в магазине партнерская группа. Вот, здесь можно добавлять ребят, которые будут партнерские и будут дополнительно увеличивать ваши, скажем так, бонусы, да, есть разные, то есть, условия для этого, то есть, вы можете плюс 2% к популярности и тому подобное. Но вот есть партнер безопасность, здесь не самое интересное, популярность плюс 2 и особое усиление, вероятность ограбления магазина снижена до...
первоначально 50%. То есть, в принципе, еще будут какие-то ограбления магазинов, я так понимаю, потому что вот здесь вероятность именно снижения ограбления. Здесь потребитель, еще один товар, я так понимаю, бесплатный для друзей будет добавляться. Здесь увеличивается тренер способности работника, то есть не на 7, не на 60, а на 70. Ну, то есть нужно выбирать. Здесь кулинар, звезда, то есть увеличивает популярность определенных вещей. То есть нужно еще хорошо подумать, кого добавлять. Это вот 4 места есть, и их нужно использовать с умом. Я пока еще не ставил, просто жду. Дальше добавили мотор новый, донатный, естественно, в автомат Гасяпона. Вот такой вот робот, в принципе, прикольный на самом-то деле робот. Ну, визуально он вообще такой, очень даже ок. Да, ремонт мы можем посмотреть, что у него есть. А, он такой. А верх. Ошибка. Да. Вот, и у него вот скилл есть, соответственно. Ну, как и у любого робота с Гасяпона. Дальше есть еще в дом, добавили садоводство. Я сейчас зайду в дом. Что нужно для садоводства? Изначально, ну, во-первых, для увеличения семян нужно уют побольше. Я вообще не прокачивал дом. Мне просто физически не было времени этим заниматься. Так, что так долго грузит? Ну, давай заходи. А, да, кстати, дома сейчас грузит реально долго и глючно почему-то. Не знаю почему. Вот. Значит, смотрите. Вот я высадил. Значит, что нужно? В отделе есть функционал. Дальше садоводство. Садоводство выставляете вот эти вот горшочки. Не знаю, чем, что к чему лучше, в принципе. Вот. Выставляете. Я выставил самые дорогие, потому что у меня все равно там деньги были. Вот. Потом вы в них садите семена. Семена можно покупать в зависимости от общей популярности. Мне хватило на семена лилии, и они выращиваются 24 часа. Так я понимаю, что после того, как они вырастут, можно будет собрать и какой-то урожай или что-то еще, не знаю. Вот, в принципе, нужно будет потом позже смотреть, через сутки, то есть, что оно даст. Ну, опять-таки, вот видите, какая-то фишечка типа из садоводства еще добавилась. Возможно, нужно их поливать будет. И вот. Ну, так как-то так. В принципе, это, я так понимаю, все обновления. Если что-то есть добавить, пишите в комментарии. Это короткое такое обозревание, скажем, обозревалово обновы. Ну и более отдельно, каждое, ну, там, обширно, скажем, по каждому из них можно будет снять позже. Если хотите, пишите также в комментарии. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.